В 2020 году оплата за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 510 рублей 38 копеек за 1 кубический метр мусора. Для жителей многоквартирных домов стоимость услуги по обращению с отходами теперь составляет 93,5 рубля в месяц за человека. Жителю частного сектора такая услуга обойдется в 102 рубля в месяц. Обычно коммунальные услуги оплачиваются с помощью единого платежного документа, который доставляют на дом. Квитанцию можно оплатить без комиссии в региональном расчетно-кассовом центре. Если платить в почтовых и банковских отделениях, в пунктах приема платежей будет взиматься комиссия 1-2%. Отдельно услугу по обращению с отходами можно оплачивать на сайте Центра экологической безопасности Белгородской области. Это удобно и без комиссии. Если больше месяца от плательщика не поступают деньги, то ему придется выплачивать пени от суммы долга. Размер пени равен 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Если долг не будет погашен в течение 3 месяцев, размер пени увеличивается до 1/130 ключевой ставки Центробанка. Будьте ответственны, оплачивая вывоз мусора. И тогда ваша копеечка сыграет свою роль в совершенствовании мусорной реформы. А природа скажет вам спасибо.